Итак, суббота, 20 мая. Мы собираемся на фестиваль Black Label Weekend 7. Пару слов. Все, заебись. Кривой, скорее. Всем привет. Мы приехали, расположились почти. Такое вот шикарное место. Пацаны палатки ставят, как видите. В общем, все заебись. А где мы? Мы недалеко от хутора Заяр. Детский оздоровительный лагерь «Чайка». Приезжайте летом, здесь детей своих привозите в лагерь. Здесь мы в этом лагере, кстати, с Феррейры приезжали, байкеры детям устраивали. Детей катали по этим дорожкам. На мотоцикле? Да. Вот туристы, а, смотри. Антон, у тебя сколько мест в палатке? 15? Блядь, я думал, у тебя там что-то она слишком большая. Не, ну 15 может поместиться. О-о-о! Добрый-добрый преподаватель. Привет. Привет. С праздником. Спасибо. Со всех сторон, да? Это тут лица знакомые. А что, какой праздник? Как какой? День собрания от подберей. Поэтому удачно там приземлили. Просто пушка вообще. Мы заняли это место. А мы, знаешь, мы вот палатка камуфляжная. Вот рядом, что ли? Да. Где квадрики там? Вот два мота стоят. Мы все время здесь. Что ты за неувязок такой, а? Ты разве? Все собирался, а тут видишь, дети чуть-чуть подросли, уже можно оставить. Мы вырвали. Ну правильно, не ставил палат. Санек, не поехал? Все, я 500 раз ставил. До реаловства. Вон, блядь, что-то это. Я, может, я приеду, все, типа, поздороваться. Да. Какой прикол ехать туда поздороваться. Давай, сорвись, давай. А потом... Мне кажется, надо накатить, а то у вас ни хера не получится. Давай, пойдем, накатим, все на столе. Где? Где пакет? Стоп. Черный пакет был. А, это который там уронили? И по нему квадрик проехал? Проехал. У которого квадрик проехал, да? Сейчас уйдет рыба. Жень, кто уронил? Я не помню его имя. А это не тот, который живет на Луне? Да. Сейчас будем его учить стекло выдувать. Я с этих стопок пить не буду. С предварительным нагревом, да. А потом еще и пресс-формы, чтобы работали. Бля, вы что, бухать не хотите? Какой бухать? Давай готовь, блядь, бухать. Что, бухать приехал? Бухать приехал, готовить, блядь. Ну где черный пакет? Колитесь, блядь. Вот черный пакет. Может, с картошки выпьем? А чё, блядь? Это походу не всё, смотри. Ну, какой пакет в багажнике оставал? Да давай... Нет, не то. Ладно. Понял. Так, ладно. Пока всё понятно. О, чёрный пакет пришёл. Пойдём к столу. Все принести сюда, чтобы было. Давай, Костян, тару тащи. Так. Тут уже слухи, блин, пустили, что квадрик проехал по черному пакету. Кто проехал? Квадрик. Тут розетки нету? Ага, в траве поищи, где-то была. Нет, стой, это там еще вдруг уже говорили, что в домике попробуй, мало. Да не, я просто это надо нагреть, знать, попить. Где домик.
который можно подключить. Вон, смотри, видишь, провод идет. Запитаться. Приедем, блядь, что, помоем, хули там, ебать, а я знал, что так будет. Давай, надеется, ебать, как на немцев в 45-м, нахуй. Зимой. Зимой, блядь. Даже я не опоздал. Ебать, кстати, да. Ты из северного корейца становишься южным, блядь. Корейцем. А чем они лучше? Ну, чуть получше. Зачем лучше? Они же санкции поддержали. Здесь да. Система, вот эти телевизоры. Да. Ну, идите, берите. Антон, вы что там, идите. Эй, воу, я на СПСУ. Алло, барыш. Ну накати, выдохни. А, ну смараться не хочешь. Куда вот так делаешь? Аригато! А что, всем хватает, что ли? Коллеги, он тоже наливай. Я думал, ты казак. А, он не пьет. Давай, что надо? Да, блядь, белые лошади, как дураки, блядь. Дима говорит, аригато, это говорит, спасибо, бля. Кричите камбай, дебилы, блядь. Мы, блядь, камбай, ну, потом опять. Ну, за комаров. Давайте. За комаров. Нашу доблесть, 9-й день. Держи. Возьми там. Не жарко, грейпфрут. Вы заедайте, запивайте, а морозилку не мерзнет вообще. Как? Он просто пьет, что лежал, человек не слава. Я когда собирался за вами ехать в воскресенье, я думал 20 километров. На Луне будет всегда 20 километров. А теперь понимаю. Однажды на Луне родился странный момент. А я читал, да. Зафиксировано. Клевое место вообще. Вы во сколько шли? Ну, пошлем, пожрем. Ну, отлично. Ладно. А у тебя что? Короче, да, один кто-то на, блядь, на газ нажимает. Остальные не знают. Другие снова смотрят. Хитрая жопа. Айда бухать. А бьет чуть меньше. Вот если бы не Диман, мы бы не знали, не Диман, что нам делать. Да. А этого человека вы знаете все. Теперь мы знаем. Вообще, как Костя готовит. Ага. Хитрая жопа? Да. На. Вот, а это Константин, который свою сибиху никак не соберет. Я вчера перебрал. Давай собирай быстрее свою сибиху. Вчера перебрал, абсолютно разобрал их практически до винтика. И дуги поставить не забудь. Гадские карбы, да? Ну не сказал бы. Кстати, мне понравилось. Дуги. Вот Леха. Леха, ты к нам присоединишься как мотоциклист? Да. В ближайшем времени. А на каком мотоцикле? У меня китайский мотоцикл. Мне кажется, знаешь, а, точно. Маркетолог, блядь, на не знаю, чуваки в гараже у себя. Вот наша локация, заняли самую лучшую беседку. Единственную, наверное, здесь. Талиген, гермайор, респект. А, вот здесь мы будем спать. Надо было пропускать воздух, все прочистились. Ну, так начали. Ладно. Отредактируем. О, здесь наш палаточный городок. Это, можно сказать, въезд там далеко. И мы на краю тут очутились благодаря Антохе. Что примечательно, дальше там душ. И у нас есть доступ к технической воде. И можно немного освежиться. Вот, сейчас мы приготовим, выпьем. И будем выскакивать в ту сторону на сцену. Там будет представление. Похуячил. Водичка нахуй. И попробуем. Еще минут 20, да? Нет.
Ну зато вытираешь. Я косю. Вы косой. Я косой. А, я хотел сказать, я с косой. Я с косой. Ебать столешницу, на которой, ну, была бочка, на ней столешница. Взял столешницу. Нахуй, ебать. Охрана набежала, ебать. Короче, и он такой взял этот. Мальчишка в этих пятнистых штанишках, это охрана. Ну, и потащил. Я думал, в сторону того, что типа верни обратно, я да, хуй ты кинул, ебать. Нихуя просто. Ну да, я пытался. Название группы. Иду, я прям перекрыл. Там прям хал. Чуть пожестче было. Это шашлычок. Костян. Да-да. Передай привет. Привет. Кому? Всем. Всем привет. Им. Всем им привет. А не им не привет. Вот так. И не всем. Немочку. Женечек. Долгий нет. Вещай. Короче, мы тут собрались потусить немного. А оказалось, что... неплохо собрались потусить немного. Ну, тусим уже, да. Это короче, мы собирались потусить неплохо, немного. Оказалось, что мы немного оказалось потусить хорошо. Дело в том, что без комментариев. Вот прям, ну, хуй знает, что сказать вам. Мне кажется, видос не будет запилен. Ну, в общем. Короче, это. Я тебя скину, ты потом если что нарежешь. Да, девушка, да. Вы что-нибудь скажете о вот, да ладно, вы... данном состоянии, столе и вообще компании? Какая компания? Отлично. Вообще, как дела? Правильный мозг или правильный мёд? Очень удачно, что мы сюда там сидим. Вас не смущает, что я вас снимаю? Конечно, смущает. Вот это я видел где-то. Немецкое пиво. Это сейчас ты у Рената был. Ява-явушка, у дубушку. Сделаем халяву. День зарабатывает. Для нас, для себя, для I'm
вот сейчас будет конец вот, песен «Короля и Шута», и начнется песня, вот чего вот не ожидали вы никто, наверное. Да, в этом году будет обещанный Боярский, я сразу сделаю вброс. Андрюха пока расщепляет свою гитару и думает, что ее поменяют на водку. Андрюх, ты сделаешь вот то, что мы просили, да? Вы можете снимать эту песню, потому что в конце он сделает... Есть дети в зале, да? Зажмите ему ушки. Он сделает приятное своей гитаре. Я сказал это не матом, да? О, я сказал первый раз не матом. Блин, спасибо. Ты меня научил. Она единственная культурная девочка, она умеет читать. Просто никто кроме нее в группе не умеет. Вот. Мы сыграем, вы знаете, его хорошую песню, потому что каждый концерт песен «Король и Шут» — это маленькая жизнь. «Король и Шут» нас учит жить, учит не красть сапоги мертвеца, учит приходить вовремя, да, там, будь как дома путник, там, леснику не надо ходить с чужим дядькой в лес, там, волки могут сожрать и прочее, прочее, прочее. И вот сейчас Андрюха уже подсоединил, и в конце каждой жизни наступает маленькая хорошая смерть. И мы перерождаемся в круге вот нашей вот славянской культуры и приходим опять не в образе паука. Пару слов, пожалуйста, об этом событии. Что могу сказать? Я первый раз здесь. Давай начинаем. Все охуенно. Давай, хорошее. Шашлык, плов, кис, кино. Что еще надо для счастья? Заебись. Водка, пиво, заебись. Ослепший старый бар наше колесо бродил, на кладбище разлил он волшебный эликсир, лишь проговорил, что все старый отворил. Веселый был, и на
желать, что вам всегда любил. Утро крестьянам помогло, сал за труфами, за полчаса зажгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.